благовидна, а очень добрая. Мы гуляем. Гуляем. Шапочку. Отклеивайте. Смотрите, есть другая теплая шапочка. Эта профессия очень нужная, так как это мы помогаем нашим родителям в воспитании детей. В детском саду они учатся социализации, и к жизни они более адаптированы. Здесь с ними занимаются, а профессию я свою люблю из-за того, что, ну, как-то вот мне нравится работать с детьми. Я получаю от них отдачу, видя, как они развиваются. Ну, очень прям приятно смотреть на это до слез. Вот. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники дошкольного образования. Во всех детских садах Солнечногорья прошли концерты с участием педагогов и воспитанников. Депутат Московской областной думы Сергей Юдаков посетил один из них. В лице педагогического состава 10-го детского сада он поздравил всех воспитателей округа. В первую очередь хочу высказать слова благодарность за ваш труд и пожелать вам всяческих успехов. Чтобы доходы росли, и животное, чтобы менялась жизнь в лучшую сторону, было счастье, благополучие в детском саду, в каждой вашей семье, вы этого действительно заслуживаете. Хочу вам подарить вот два таких коробочка, это здесь посуда. Мы это согласовали с вашим руководителем, что это нужно, посуда бьется. Это...